знает об этом городе все. Прогулки со Смирнова. Здравствуйте. Знаете ли вы, что Бутырская улица называется именно Бутырская? Слово «бутырки» означало всегда небольшое селение, отделенное от большого населенного пункта полем или лесом, выселки, часть селения для несколько домов на отшибе. И в 1657 году в местности, которую по-другому называли Суходолом, и которая тогда принадлежала одному из родственников династии Романовых, было распортировано местность на солдатский полк. Деревня называлась Бутырки. Это, наверное, все-таки были выселки. И полк стал называться так же. Официальная версия гласит, что Бутырский полк был основан в 1642 году как регулярный полк иноземного строя. На флаге Бутырского пехотного полка был изображен центавр, а именно по пояс человек, а ниже туловище, ноги и хвост лошадиные белые, в руке лук со стрелою, поле красное, лук и стрела желтые. Новый заказ. Словом, старейшим, наверное, самым титулованным полку России было в самом начале 52 роты по 100 человек каждый. Представляете? 5200 человек, не считая комсостава, было расселено там, где до того жило в деревнях по 5-6 семей. Да и то это лишь в мирное время. Во второй половине 17 века, в случае войны, число рот могло увеличиваться до 60. При этом численность полка достигала 10-12 тысяч человек. А полком командовал тогда генерал или генерал-поручик. Весной 1662 года именно Бутырский полк участвовал в подавлении народного мятежа в Коломенском. Его еще по-другому называют «Медный бунт». А с бутырками произошло нечто особенное. Вот что пишет исследователь Кондратьев в книге «Седая старина Москвы». Алиса, 26 квартал, 30. Показывай.